9 марта на базе медной обогатительной фабрики АГМК состоялся конкурс «Балик Эдлар», в котором 6 работниц подразделения, а именно Вазира Муладжонова, Угилой Мирзаева, Азуда Абдухамидова, Махлию Насратулаева, Бувнора Иркинова и Мавлюда Камилджонова соревновались в нескольких этапах. Традиционное приветствие, приготовление необычных и интересных блюд, участие в театрализованных репризах и возможность проявить свои способности, погрузившись в свободный полет. 6 прекрасных участниц достойно прошли через все испытания. По итогам всех этапов конкурса победительницей и обладательницей звания «Самая талантливая» стала Бувнора Иркинова. Самой хозяйственной оказалась Вазира Муладжонова. Самыми сообразительными и находчивыми стали Угилой Мирзаева и Махлию Насратулаева. Самыми одаренными – Азода Абдухамидова и Мавлюда Камилджонова. Данное мероприятие было организовано по инициативе Союза молодежи, медной обогатительной фабрики и профсоюзного комитета Алмалыкского горно-металлургического комбината.